Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем здравствуйте. Вот добавляю, делаю сейчас, компоную чай-чай. Основу в этот раз беру календулу, добавлю туда шалфея, чабреца, листья облепихи, добавлю сухие ягодки, и будет замечательный противовоспалительный, антисептический такой напиток чайный. Свой, собственный. Знаете, календула на самом деле необыкновенный цветок. Просто у него, у этого цветочка даже есть поведение. Поведение у него такое, как у подсолнечника. Вот подсолнух. Что он делает? Он поворачивается вслед за солнцем. Почему? Вот интересное поведение. Точно такое поведение имеет календула. Все время поворачивается вслед за солнцем. Бесподобный цветок. А в тени цветок собирает лепестки в кучку, поэтому сажать лучше именно на солнышко. Вот так вот еще растение извещает о начале дня и ночи, как своеобразный календарь. И поэтому назвали его календае, календула. Это по латыни означает первый день месяца. Календай означает первый день месяца. Вот вам и календарь. Так вот переводится. Всегда собираю календулу. Так, сейчас я поскреплю это, я складываю, свои дела делаю и заодно вам рассказываю. Всегда собираю календулу. Очень мне нравятся эти цветы. Просто уникальные лекарственные свойства. Причем известны они, эти свойства, уже давно и в Риме, и в Греции. А был такой, кстати, Нелюбин. Вот он, нашла я его в Википедии. Вот этот вот Нелюбин. Это умница, это доктор-фармацевт. Он родился... Вот если вы зайдете в Википедию и почитаете о нем, я просто изучаю их, всех ученых, особенно врачей, докторов, академиков. И если вы, вот он родился в 1785 году, смотрите, умер в 1858. И он медик, медико-хирургическая академия. Он закончил медико-хирургическую академию. Ученая степень у него, он доктор медицины. Так вот, что он в своих трудах написал. Что он официально признал растение, вот это, календулу, которое в народной медицине, которой многие так вот возмущены. Ой, что вы про народную. Да вот потому что многие медики... Многие врачи приходят к тому, что действительно народная медицина – это не народная, а все-таки Божья. И вот он подтвердил, один из первых, подтвердил положительное действие календулы на организм человека и отметил, что этот цветок помогает в хронической рвоте, в болях предсердия, при раке кожи, в злокачественных, венерических, лишайных и чесоточных язвах. Вы знаете, раньше врачи вот такого формата, они очень скрупулезно ко всему относились. Прежде чем заявить об этом, он провел ряд экспериментов. Кстати, чтобы знали, календула называется не только календарь календула, да, но и был такой святой Хильдегард. Он посвятил этот цветок Марии Богоматери и назвал его Mary's Gold. Так он сейчас и называется, этот цветок, по-английски Marigold, что означает золото Марии. Вот так вот. Знаете, мощнейший антисептик, может, потому и назвали Mary's Gold, потому что женщины часто болеют по-женски, и этот цветок обладает целебной силой в отношении кист с фибромом матки, яичников, и там уплотнение опухоли и так далее. В общем,
я добавляю вот таким вот образом в свою волшебную баночку, вот сюда, в чай, делаю компоновку, и профилактика всегда лучше, чем лечение, и не болею. Ну, а сейчас давайте попутешествуем. Поедем в Париж, пожалуй. И вы знаете, календула, она особой любовью пользовалась в Средневековье и в Европе, во всей Европе, особенно во Франции. Вот это был любимый цветок королевы Наварской, Маргариты. Маргариты Валуа, хоть и звали ее Маргаритой, но не маргаритки ее любимые цветы, а ее любимые цветы были ноготки, как мы их называем, или Marigold, или календула. И вот вы видите статую королевы. Ну, вы увидите, кто был уже во Франции, тот видел, как кто не был, увидит, потому что это один из самых красивых парков в Париже, садов в Париже. Вот эта статуя королевы с цветком календулы в руке, она стоит в Люксембургском саду в Париже. И она стала памятником не только женщине, но и цветку. Вот так. Вообще календулы считали символом постоянства в любви, поэтому букеты вот этих солнечных, ярких корзинок женихи дарили своим возлюбленным. И на свадьбе. На свадьбе эти букеты украшали торжества. Девушки плели из календулы венки, украшали себя и на дни рождения, и на именины. Вот посмотрите, над таким шикарным каштаном, под таким шикарным каштаном стоит королева, королева Наваррская, Маргарита, и в руке у нее цветочек. Интересно, если вы присмотритесь, вы увидите, что она беременна. И цветочек у нее календула. То есть женщины, которые болеют по-женски, вот это тот цветок, который поможет. Вот все не просто так. Вы можете подумать, да, она могла любой цветок взять. Нет, дорогие мои, Маргарита Наваррская, она одна из первых женщин-писательниц во Франции. Вот вам и королева. Самое известное сочинение Маргариты носит такой светский характер и во многом выпадает из ее литературного наследия. Это сборник из 72 новелл. Представляете, 72 новеллы она написала. Называется «Гептамерон». «Хептамерон» – так она называется. Почитайте, издается и по наши дни. Вот книжка. Поэтому, выбрав именно этот цветок, она во время беременности и когда создавали этот памятник, с нее, кстати, она передавала информацию о том, что именно этот цветок вам поможет. Ну вот, Париж, 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 Люксембургский парк в самом центре. И в парке, кстати, он занимает 26 гектаров. В парке расположен Люксембургский дворец, в котором заседает Сенат. Это вторая палата французского парламента. И посмотрите по периметру, вот здесь, вот везде, 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 вот тут. Абсолютно везде растет календула. И вот, смотрите, декоративный вид календулы есть, но здесь опять-таки не декоративный вид календулы, если вы присмотритесь, а именно вот этот лечебный вид. И с лечебной целью применяют в основном цветочные корзинки, девочки, цветки календулы и немного реже листья. Можно добывать из растения сок. Он очень полезен для лица, для кожи рук, лица. Если у кого-то какие-то гнойнички, или угревая сыпь, или еще что-то. Вот этот сок, он бесподобный.
Мне нравится, но видно и французам тоже, что цветет-то с июня до глубокой осени, аж до конца октября, но у нас и в ноябре она еще, в общем, выдерживает заморозки до минус 10. Ноготки, как еще называют, прекрасно украшают любой садовый участок, поэтому обязательно, обязательно сажайте. Очень хорошо, кто имеет пчел, потому что календула – это хороший медонос, и представляете, какой мед из календулы? Он, мне кажется, да не кажется, это и пишут, что он отмечается повышенным лечебным действием. Изучив полностью календулу, я вам хочу сказать, что даже сушеные соцветия помогают перенести холод, укрепляют иммунитет, и в листочках календулы очень много витаминов С и другие всякие органические кислоты, и салициловая кислота, аспирин, то есть разжижает кровь. Это в листочках. Обязательно добавляйте в салатик. А цветочки, там много каротина. Ну, про каротин у меня есть целое видео, поэтому вы можете посмотреть, узнать. Это очень полезная штука для зрения, для печени, для у кого с желчным проблемы. Или можете записать, что календула – это витамин С и салицилка, аспирин. Вот представляете, два в одном. Всегда добавляйте в чайки, особенно если приболели. Не надо пить китайский чай, не надо индийский, не надо вообще никакой вам чай. Делайте сами, компонуйте, пейте и боритесь со всем, что с недугами, которые могли бы вас... Это же профилактика, это профилактика. Вы не заболеете. Посоветуйтесь с доктором. Вот скажите, у меня такое хобби, я делаю сама чаи. Что вы мне можете сказать про календулу? Она вам расскажет, если знает. В цветке очень много каротина. Там есть фитогормоны, фитонциды. Это уже изученный цветок всеми. И американскими учеными, и английскими учеными, и русскими учеными. Я имею в виду не сейчас не российскими, а именно русскими. Вот доктора, которого я вам сегодня представила, это доктор Российской империи, не теперешней России. Нет, нет, конечно, нет. А вот той. Итак, что я делаю с самыми молодыми листочками, когда только появились они в розетковой стадии? Я использую как салатик и дополнение к другим салатам. Блюдам из мяса, рыбки, в супики, в паштеты, можно в тушеных овощах. И свежую зелень можно положить прямо перед употреблением. Еще свежие или высушенные вот цветочки, вот которые я кладу сюда в чай, эти же лепесточки, цветочки, часть, вот они, да? Я их перемалываю вместе с имертинским шафраном или как мы коричневые бархатцы вместе. Они дают необыкновенный красивый желтый цвет для бульона. Ну и все эти свои свойства антисептические, противогрибковые, все эти свойства, конечно же, также дополняют мой бульон. Возьмите на заметку этот рецепт. Это замечательная приправа. И вместе в сочетании с лавровым листиком это прекрасно. Добавляйте и в борщики, и в супчики понемножечку. Возьмите щепотку и бросьте. Замечательная приправа. Не покупайте искусственные приправы. Вы же не знаете, что туда положили. А делайте, компонуйте свои. Это очень интересное хобби. Делать, компоновать чаи и компоновать приправки. Вот этот каротин или вот этот пигментный краситель календулы, он придает еще и сыру, и маслу такой цвет красивый, бульончиком, соусом, изделием из теста. Такой приятный-приятный цвет. Он растворяется в жирах, поэтому цветки сначала провариваются в молоке или жире,
а затем окрашенную жидкость в оранжевый цвет добавляют к блюду. И для сохранения цвета цветки нужно сушить в тени, девочки, в тени, не на солнышке. Но самая главная ценность – это все-таки бактерицидное средство, то есть как фитоантисептик. Это и при воспалениях горла, полости рта, воспалении желчного пузыря, холецистит, если. У кого язва желудка – это ваша травка. Двенадцатиперстной кишки, при гастритах, многие другие случаи. В общем, они успокаивают, действуют хорошо на центральную нервную систему, снижают возбудимость, и артериальное давление снижает, потому что там витамин С есть, и там есть ацетилсалицилка, и регулирует деятельность сердца при нарушении сердечного ритма. Запомните это. Очень хорошо календулу можно применять у кого климактерический период и в качестве симптоматического средства неоперабельных формах рака. Кому нельзя делать операции, пейте чаек календула, вам поможет. Вообще этот чай должен быть у всех. Чтобы вы знали, действие календулы подобно действию сильного антибиотика, в особенности по отношению к стафилококкам, в том числе и золотистому стафилококку, и еще к стрептококкам и к другим инфекциям. Особенно сок. Сок бесподобный. Тоже можно сделать. И сделать настойку можно. Очень хорошо себя показала как антитоксическое средство и применяют при псориазе и аллергических дерматозах вместе с чередой. Это дуэт бесподобный. Можно немножко еще ромашки. При витилиго используют тоже препараты с календулы внутрь и наружу. У кого сильная пигментация, вы должны обязательно знать, что календула, она имеет медь, и поэтому она способствует репигментации, то есть хорошо помогает вот этот вот сок календулы. Хорошо воздействует спринцевание настойкой календулы при болях у женщин. 2 чайные ложки цветков запаривают в 1 литре кипятка. Кстати, и для чая такая консистенция хорошая. Тоже. Ну, а настойка, понятно, как готовится, как любая настойка на спирте 70% в соотношении 1 к 10. То есть одна часть взять цветочек цветочной корзиночки и 10 частей спирта. Все. Кстати, в аптеке продают настойку календулы. Ее можно купить и нормально добавлять в чай. Из календулы сделайте, добавьте туда еще 2 капель настойки календулы при простуде, ангиты, ангины, там, я не знаю, гнойнички, у кого золотистый стафилококк и прочее. У кого воспаление миндалин, бронхов, все вот это вам поможет. Ну, конечно, это делать нужно постоянно, а не один раз, через каждый час, через полчаса постоянно пить. Пить настоечку и полоскать горло, все. Девочки, если вы соком будете смазывать утром и вечером свое личико, у вас никаких высыпаний, угрей не будет. И обязательно у кого пигментация, кто страдает от веснушек. Это средство номер 1. Именно сок. Утром и вечером протирать эти участки. Можно добавить туда несколько капель лимона, красной смородины, миндальное маслечко в равных количествах. И все. И все. И это замечательное средство. Лосьончик такой вот. А при жирной коже будет полезна маска из календулы, 1 чайную ложку настоя календулы, развести в стакане воды, добавить овсяную муку, толокно лучше всего. Сделать такую густоту сметаны. И вот эту смесь наложите на лицо. Маску нужно держать 40 минут, а можно час. Потом смываем теплой водичкой. Ну, а я еще завариваю. Вот сейчас буду делать такой, скажем,
крепкий-крепкий чай. Но это будет не чай, это будет то, чем я буду полоскать волосы после мытья. Замечательная вещь. Для блондинок прекрасно. Да и для брюнеток тоже. Так что, если вы хотите иметь шикарные волосы, как у меня три пера. Не, на самом деле, у меня очень-очень проблемные волосы с самого рождения. И поэтому то, что вы периодически видите у меня на голове, так называемые волосы, если это можно назвать, волосами с детства вообще-то у меня пух был. И когда фотографировались в школах, мне мама просто натурально приклеивала бант. И все, ну что сделаешь? Вот так. И то, что вы сейчас видите у меня на голове, что я могу красить волосы, что они у меня быстро растут, что я делаю прически, это такая заслуга, это такой тщательный уход, что вы себе представить не можете. Сейчас часто полоскаю таким составом. Меня спрашивали, как ухаживать. Вот такой состав делаю. Беру цветки календулы в равных количествах, ромашки и шишек хмеля. Поровну беру. Вот. И вот делаю настой. Иногда добавляю мяту перечную, и тогда волосы, они еще приобретают такой приятный мятный запах. Вот так вот этим вот я полоскаю таким настоем. И для улучшения роста волос можете записать: в 1 литр воды 10 минут кипятим корень аира и лопуха. Вот. И вместе с этим потом настаивать надо 1,5 часа. Получается очень даже хороший настой. Я иногда втираю. Втираю перед сном в кожу головы, и эффект в ближайшее время заметен. Я втираю по дней 10-15, вот так вот делаю. Я вообще люблю увлажнять кожу и лица, и тело летом. А вот зимой делаю вот такие втирания. Особенно сейчас у меня же, я же теперь блондинка, поэтому нужно следить. Ну вот, я рассказала вам все про календулу. Не забывайте, что у кого перхоть, бородавки или там сыпь какая-то, аллергия, дерматиты, все это берите, ожоги даже, обморожение. Вот сейчас холодно у многих, может быть обморожение, ячмень, какие-то трещинки, какие-то проблемы, гнойнички. Все это лечит сок календулы. Если сока нету, купите настойку. Если нету настойки, сделайте просто отвар крепкий-крепкий и прикладывайте. Вот так вот. У кого пониженное артериальное давление, не надо применять календулу, потому что календула понижает. Так что, девочки, у кого повышенное артериальное давление, вот это ваш чай. Это ваш чай. А я люблю вас. Будьте здоровы, будьте благословенны. А сейчас я с вами буду прощаться. Вот это вам цветочки от королевы Наварской. Вот в ее ручке из Люксембургского сада, из Франции. Вот такой букетик вам, дорогие мои. Будьте благословенны, будьте здоровы и будьте мудры. Люблю вас. Пусть Господь Бог хранит вас. Пока-пока.